Большинство молодых людей вряд ли смогут расшифровать аббревиатуру ВЛКСМ, но для многих жителей Ленинского городского округа старшего поколения Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, или сокращенно КОМСОМОЛ, в прошлом был важной частью жизни. КОМСОМОЛ давал ощущение сопричастности к делам большой страны и воспитывал в человеке жертвенность по отношению к родине. Мне кажется, это очень важно. Вот сегодня именно сказать. В честь грядущего Дня комсомола, а в этом году отмечается 105-летний юбилей организации, ветераны комсомольского движения из города Видное прочли стихотворение Андрея Дементьева «Три поколения». Как мало тогда нам исполнилось лет. По нашим знаменам струился рассвет. И молодость наша, как песня была. Потом эта песня нас в бой подняла. Ты мне приколола у сердца звезду, ты мне говорила, я тоже пойду. И воздух от взрыва был серый, тяжел. Вот так начинался для нас комсомол. Как мало тогда нам исполнилось лет, война погасила июньский рассвет. Мы снова оставили наши дела, и снова нас песня в поход позвала. Не знали мы, кто возвратится назад. На горькой земле обелиски стоят. Как мало еще нам исполнилось лет, и вечная молодость, старости нет. И жизнь наша с вами еще целина, добра и надежды взошли семена, и прожитый день – это верность отцам, и память с мечтою у нас пополам. Проект «Стихи живут повсюду» скоро отпразднует свое 5-летие. И все это время он находит самый горячий отклик у жителей Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.